желание кушать, я не хочу разговаривать, я не хочу жить. И в странах с неблагополучной экономикой 60% по подсчетам находится в депрессивном состоянии. И в нашей стране цифра тоже, я думаю, не меньше. Но только у нас не принято с этим обращаться за помощью. У нас как бы стыдно, говорят, что ты, соберись, не будь тряпкой, иди, работай. Да? А человек не может работать, но не понимает, как это не работать. К сожалению, это просто еще у нас нет такого понимания, культуры, что людям нужно помочь. Поэтому на первом месте среди суицидов это первая, ну, причина. Люди были в депрессии и им не смогли помочь. И сегодня я работаю с подростками и молодым людям, поверьте, бывает очень трудно. И они, к сожалению, начинают образ жизни, который им вредит. Они начинают резать руки, да, выпивать, наркомания, курить, ездить небезопасно на машинах, рисковать. Это все тоже способ справиться с депрессией, к сожалению. Ну и вот дальше можно слайд, это я уж... Так, наши люди многие, почему депрессия? Они не могут горевать. Вот любое горе, потеря работы, потеря семьи, потеря здоровья, оно имеет свои этапы. Некоторые люди застревают на каком-то из этапов.